Так, знаете, говорит, куда? Друзья, скажите мне, вот эти два, значит, это у нас двухлетние, да? Ну, третий год, да. Двухлетние братья. Да, полные два. И они откуда прибыли? Ленинградская область. Из Ленинградской области. Да. А, они местные, да. Они местные. Что такое? Что-то там она нашла себе вкусное. Помои. Помои, помои нельзя. Эй, эй, эй! Это Сенька так всегда психовал и кусал себя за лапы. Людей, потому что, видимо, нельзя, за это получала. А себя можно. А это она сердилась сейчас, да? Да, собаку, это она злится, да? Очень, да. Очень себя даже кусает, это очень злится. Это говорит, вот порву, говорит, всех. Вот это она вот злится. Все, все, меня не надо грызть, вот грушу на. Наказывать надо. Ладно, дружечка. Кругами ходит, разнервничалась. Ну ладно, ладно. Ну что ты? Дальше пойдешь гулять-то, нет? Подушку. Это говорит, ты что ругаешься, успокаивай. Честер. А Честер опять у нас к медведям не залез? Да ли к медведям, или вот к копытным? Ну, лапа порезана точно, кость я не знаю. Я бы с ним сделала, конечно. Он наступает. Ну плохо. Либо связки порваны, либо кость сломана. Она сегодня так распугалась его, даже не могла пройти. А сейчас вон, это говорит, уж. Это что за вид? Это соболь, там соболь, это... Да? Голубая норка там рядом. Мастер и Маргарита. Мастер. Ну, Дашка Соболь испугалась? А? Дашка Соболь испугалась? Так она все испугалась. Не, ну когда приехали, вышли из машины, она даже еле-еле прошла. Так страшно ей было. Этот носится, говорит, зверь. Скажи, я зверь, всем зверям зверь. Ладно, Толь, надо, в общем, надо... Поехали тогда. Тогда двигаться на эфир, если коллеги были, выдадим сегодня. Серега, сфоткай мне, пожалуйста. Ну, мне кусало три раза. Давай какая-то особенно национальный ход, садись. Нашел кому.